Так, ну что, ребятки, всем привет! У нас вышел новый топовый ивент «Точный выстрел», и мы его с вами сегодня попробуем выбить. Это два оружия, конечно, не факт, что мы с ним будем играть постоянно, но это топовый спас на скорострельность и пулемет на плюс 2 скорострельность и дальность. Так как пулемет у меня выбит не навсегда, и спас у меня только плюс урон и плюс меткость есть скины, а вы знаете, что на плюс скорострельность я считаю самыми лучшими скинами, мы попробуем их выбить. У меня есть на аккаунте 900 плюс алмазов. Мы с вами, соответственно, попробуем сейчас их выбить. Начнем. Так, как думаете, куда нам начать, так скажем, выбивать? Я бы, наверное, с центра начал, нажал бы на центр и выбил бы центр. Давайте попробуем. Цена попытки 99 алмазов. Пробуем. По-любому лутбокс какой-нибудь. Прям вот чекаю. Да. Лутбокс титановых скинов. Подтвердить. Давайте дальше продолжим, что тратить наши алмазики драгоценные, хотя я и хотел тратить на пропуски. Вот. Давайте дальше попробуем. Опять цена попытки 99 алмазов. Попробуем выбить опять лутбоксики. Дайте угадаю, будет в последних попытках нам все это выпадет. Давайте по горизонтали закроем всю троицу по горизонтали. Опять лутбоксы. Отличная трата алмазов. Просто супер трата алмазов, я бы так сказал. Я думаю, что игра нас просто чуть-чуть троллит на алмазике. Вот, и поэтому мы все-таки добьем там то, что мы хотели. Это все-таки топовые лутбоксы. Вот, просто топовые лутбоксы. Так, ребятки, ну что, продолжим. У нас осталось всего 4 ячейки. Интересно, мы в итоге все откроем, или нам все-таки попадется что-то заранее, или все-таки в конце в самом будет какой-то скин. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Все. У нас осталось 3 ячейки, из них какая-то с оружием, какая-то без. О! Ура! Ура, ура, ура. Крайний правый нижний угол. Дайте угадаю. Горенко так подстраивает, чтобы были в последних попытках. Напишите, если кто-то выбивал, какие попытки у вас получились. Это тоже наверняка последние шестые, седьмые, восьмые попытки. Правильно? Давайте. Ну, тут уж надо добивать. Тут уж надо добивать наши алмазики, наши скины. Да. Конечно же, нам все равно надо будет еще разочек крутануть. Итак, в итоге мы открыли, естественно, все алмазы мы слили, потратили. И открыли два лутбоксика. Но хочу сказать, что это недорого. Это, по сути дела, как 10 прокрутов до того же лутбокса за 40 алмазиков. Поэтому это очень дешевый ивент. И я ничуть не расстроен. Так, ребятки, и небольшим бонусом к тому кусочку открытия лутбоксов, которые выпали из этого ивента. Соответственно, половина из них у меня уже выбита. Вот на точность вообще все скины выбиты, поэтому тут такое, в общем. Начнем выбивать потихонечку. Открывать крики всякие на 24 часа. ВССочки. Сканеры. Да. Лиловый ужас. Здесь что выпадет? Клык гепарда. Это плюс магазин тоже такое. Ну, как-то так. Выбили все себе на 1, 2, 3, 5, 7 дней. Все, в принципе, в этом видео все, что я хотел сказать. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. И приходите на стримы вечером. Ну, почти всегда. Каждый день вечером. Все, всем пока.